Снять трусики в общественном месте со словами «что-то тут жарко» — это классический всеми любимый способ взорвать его мозг. Ну, для меня это будет, знаете, не как-то так интригующе, возбуждающе, нет. Я просто-напросто я посмотрю на нее, как на озабоченную какую-то бабу, которой в плане интима уже крыша начинает съезжать, и она уже начинает раздеваться. Знаете, вот иногда вы сможете встретить где-то ролики, может быть, сами были свидетелями, как у женщин, которые употребляют различные вещества, либо много алкоголя, у них, знаете, начинает крыша съезжать, стираются все рамки морали какой-то, да, приличия, и они начинают творить дичь. Я прекрасно могу понять, возможно, она тем самым подразумевала тот момент, чтобы во мне проснулось желание, но зачем это делать в общественном месте? Ладно, пишите в комментариях вы свое мнение, я лично против такой, мне не нравится крайне озабоченной женщины. Пускай это будет все-таки интимная жизнь, которая связывает двоих, не общество.